да, когда, собственно говоря, их осеняют, да, ну, то они начинают танцевать уже что-то более этого, 100%. Вот так вот. They do that in Turkey. You see, my Judah, that is a church dance from black churches. It's well over 200 years old. In jazz dance, they would, so in black churches, when the music is going, people would get up and dance, but it's not dance like we would go to a party. It's more of a spiritual worship where deities or spirits kind of take over your body. But например, в церквях чернокожих, когда играет музыка и все начинают танцевать, это не просто танцы, которые мы танцуем на вечеринке. Это своеобразные танцы, как бы своего рода танцы поклонения, что ли, даже в какой-то степени, как будто бы дух захватывает твое тело, и их танцует. Да, то есть танцор чуть-чуть, точнее, танцует.